На нашем избирательном участке 1560 избирателей, сознательность граждан высокая, работает комиссия избирательная, 7 общественных наблюдателей находится. На данный час никаких нарушений не выявлено, хорошее настроение праздничное, явка избирателей хорошая, все идет своим чередом. Выборы на нашем участке проходят согласно закону о выборах. Нарушений не наблюдается, явка избирателей на сегодня, на данное время неплохая. Выборы на нашем участке проходят без каких-либо нарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации. На данный момент времени проголосовало около 50% населения. Избирательный участок открылся в 8:00. Никаких замечаний, нарушений не было. Ну, избиратели проявляют свою гражданскую активность. На данный момент проголосовало около 62%.